преддверии новогодних праздников в Химках провели актуальный мастер-класс. Жителям городского округа рассказали, как своими руками сделать поздравительную открытку, оформить фотоальбом и придумать нарядную упаковку для подарка. Об основах декоративно-прикладного искусства химчанам рассказала специалист Екатерина Ухтина и предложила ученикам смастерить чехол для плитки шоколада. Перед каждым из вас лежит заготовка. Там на ней специальный инструмент, нанесены линии, по которым эту шоколадницу можно согнуть. Вот вы все, пожалуйста, сгибы, которые есть, все сделайте. Посетить тематический мастер-класс в Химках может любой желающий житель городского округа. Подробную информацию о датах и времени занятий можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.